Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Активно искала всегда мужчину, и вот знакомлюсь в интернете. Общение проходит хорошо. Но как только фото отправляем мужчинам, они пропадали. Были случаи, когда мне не нравились по фото. Но почему так? Я реально смотрю на вещи, но вот много мужчин было, которые после первой встречи, не свидания, а просмотра внешности исчезала. Я не сильно переживала, но просто мне 32, я хочу семью и стабильных отношений. Ну, надо бы фото посмотреть, наверное, чтобы дать вам какую-то обратную связь, но я думаю, что очевидно, что-то отталкивает мужчин. Вот. Что-то отталкивает, на мой взгляд. Вопрос только в том, что именно отталкивает, потому что это может быть как-то связано непосредственно с выражением ваших глаз, с выражением вашего лица. Вот. И, в общем-то, вряд ли здесь дело именно в том, как вы выглядите. То есть дело совершенно точно не во внешности. Потому что я не думаю, что у вас какая-то, знаете, какая-то очень странная внешность, да, что мужчина исчезал. Вот-вот. Поэтому моя гипотеза в данном случае заключается именно в том, что вот что-то вас, что-то мужчин, точнее, напрягал. Вот. Ну да, нужно, конечно, вот, постараться ну, понять, да, разобраться с тем, значит, что именно, например, что именно отталкивает, вот, ну, мужчин от вас. Вот, я думаю, что это, ну, вполне можно сделать, вот, если вы, ну, если вы захотите, конечно. Вот, и, соответственно, там уже все будет более-менее очевидно. Вот. На что еще я хотел обратить вам ваше внимание, так это, пожалуй, на то, что то, что вы ищете стабильных отношений и семью, вот, накладывает такой, на мой взгляд, довольно серьезный отпечаток на вашу модель поведения. Вот. То есть, как вы выбираете мужчин? Вот память правильно, то, что я скажу, вот, но пока по вашим рассказам получается так, что мужчину вы выбираете по фото, вот. То есть вот понравился мужчина мне там по фото или нет, вот, если это так, то, наверное, серьезных и стабильных отношений с таким подходом вы вряд ли сможете построить. Вот. Ну, по крайней мере, мне так
видеться и мне так представляться. Поэтому вам нужно пересмотреть не свою внешность, которую вы, вероятно, будете пытаться пересматривать. Вам нужно не свою внешность пытаться пересмотреть, а подход в целом к мужчинам. То есть, в целом, подход именно к ним. Потому что именно это вам, на мой взгляд, мешает и мешает довольно сильно. То есть, если искать мужчин, да, то, наверное, их искать нужно, в реальном мире. И общаться с ними также, наверное, в реальном мире. А если не получается у вас по какой-то причине это сделать, если есть какие-то проблемы с этим, то уже исследовать как-то то, что вы делаете, как ведете себя с мужчиной. И значит, чем быстрее вы для себя это поймете, увидите, заметите, а тем, в принципе, будет для вас лучше. И дело здесь, как я уже сказал, да, дело здесь совсем не во внешности. Потому что с ней, я уверен, все в порядке. Может быть, только может быть, что мужчина отталкивает такая ваша, нацеленность на стабильные отношения. То есть никто же не знает изначально, получится стабильные отношения или нет. Понимаете, да? Это может в какой-то степени считываться людьми, что вы хотите вот это. Поэтому вам в данном случае имело бы смысл, как мне кажется, поисследовать, как я прихожу к потребности в стабильных отношениях. Как я к этому прихожу? Какая моя потребность, за этим стоит, грубо говоря.
Вот, если вы будете помимо того, что ищете, значит, стабильности с мужчинами, да? Если вы вот помимо этого, если вы помимо будете еще и сами, вот, ну, что-то делать для того, чтобы вам было, ну, спокойнее, да, по увереннее, вот, в себе, то это пойдет только на пользу, вот, чтобы мужчина, да, условно говоря, там, не чувствовал, что на ранних этапах ваша стабильность, да, зависит только от него. То есть это вот, ну, к сожалению, это может отпугнуть человека. Вот. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам дать. То дело, конечно, здесь вот ни в коем случае не во внешности вашей. Вот, я уверен, что с ним все в порядке. Ваша внешность, уверен, что все с ней хорошо. Просто я думаю, что я думаю, что вы выбираете мужчин определенного, во-первых, наверное, типа, вот. А во-вторых, я думаю, что то, что вы вот, ну, то, что вы транслируете в своем, ну, выражении, вот, то, что вы транслируете именно, вот. Это вот тоже может, значит, как-то отталкивать, к сожалению. Вот, но переживать совершенно не нужно. Все корректируется. Вот, все исправляется. Вот. Главное, чтобы ваше желание было. То есть вот, значит, ну, чтобы вы хотели этим заниматься. Вот, то есть, чтобы вот вас запрос был, да, что вот, ну, сформулированный запрос, и с ним, в принципе, с этим запросом, да, можно уже работать. Вот. То есть это несложно. Вот. Общение лучше переводить все-таки в реальный мир. Чтобы, ну вот, не было, значит, какого-то недопонимания, да, чтобы не было вот каких-то недоговоренностей и так далее, чтобы вот человек ориентировался, чтобы человек ориентировался
не только на внешность, то есть вот в чем минус интернет-знакомств, да, в том, что очень много, очень сильно проявляет себя лутизм. То есть такое вот отношение, к человеку, значит, при котором на него смотрят только как на материальную ценность. И все. И, соответственно, в этих условиях, да, когда я могу выбрать, значит, ну, вот с чем-то мне не понравилось, да, что человек, чем-то мне не понравился человек, все, я могу, значит, сразу переключиться на другого. То есть, если вот вы были когда-нибудь в таком месте, которое называется чат-рулетка, значит, там люди вообще моментально выходят из чата, да, то есть, даже не успев там разглядеть своего собеседника. То есть просто вот человек для них это вот, ну, что-то такое, знаете, объект для перебирания, скажем так. Вот. Ну и вот, что из этого может хорошего получиться? Конечно, то, что вы, ну вот, как говорите, да, что долго искали, то есть, вот, ну, ищете мужчину активно, ну вот, конечно, то, что вы это делаете, вот, то, что вы ищете мужчину, тоже накладывает отпечаток. То есть как-то получается, что ищете, да, но не находите. Вот. Получается так. Вот, то есть, ну, здесь вот нужно смотреть. То есть, как так вот получается, что вы ищете, да, но вот найти не выходит. То есть это, вот опять же, нужно смотреть, то есть эта ситуация, она просто, как мне кажется, более глобальна. И если вы хотите, да, то само собой мы вам поможем, если вы хотите. Если вы хотите этим заниматься. Если вы вот как-то, ну, просто вот, знаете как, если можно так выразиться, вот, правда, интересуетесь, ну вот, то в этом случае, конечно, эффективность будет меньше в разы. Вот. Потому что, ну, вы не готовы там меняться, что-то меняться. Вот. Понимаете, да?
То есть, конечно, я вас ни в коем случае ни к чему не призываю, да? То есть это вам решать исключительно, как действовать и как вы, ну, хотите. Но вот просто вот значит, пищу для размышления, надеюсь, у меня вам дать получилось все. Вот, скажите, какие у вас интересы? Да, то есть, ну, чем вы увлекаетесь, что вам нравится, вот, что у вас, ну, что вас интересует, вот, то есть вот, можете ли вы, значит, это сформулировать для себя? Вот. То есть, на основе чего будут выстраиваться вот, ваши отношения с, ну, гипотетически пока что, пока еще гипотетически с мужчиной. Вот. На основе чего? То есть, что вас, ну, что вас будет связывать, вот, что вас будет объединять. Вот. На это, мне кажется, тоже очень важно обратить внимание, потому что если этому не уделяется внимание, если этому не уделяется время, вот, то, в общем-то, ваше общение просто будет носить, ну, вот, такой поверхностный, к сожалению, характер. Вот. А я не думаю, что это то, что чего бы вы хотели. Вот. То есть мне кажется, что вам бы хотелось все-таки, ну вот, того, что вы, собственно, описали. Вот. То есть это вот, ну, вполне нормально. Вот. Просто нужно это все аккумулировать. Вот. Сейчас у вас вот, на мой взгляд, такой возможности, ну, нет, потому что, ну, вот, вы пока что не привыкли в ту сторону идти, но можно вас, в принципе, научить, это не сложно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.